Всем здорово, мои бесстрашные друзья, с вами Спикер, и мы продолжаем играть Dead by Daylight. В ночное время получаем настоящие эмоции и готовы убивать остальных выживших. Мы прокачали до 6 уровня, в принципе прокачка проходит очень быстро, потому что очков у нас много. Можно прокачаться еще дальше. Порча Охотник Азарт. На 6% больше крови. Больше крови, больше страданий. 7 уровень уже реально круто. Интересно, друзья, насколько прокачаны вы в эту игру и играете в эту игру либо нет? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Если есть какие-то интересные плюшки, тоже напишите. Мне будет интересно почитать. И, конечно же, 8 уровень. Обалдеть. Хорошо, я думаю, будет достаточно проверить, насколько он стал способным уже и насколько ловушки стали эффективнее. Найдем жертву, найдем остальных. Мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем тебя искать. Но мы начинаем. Ох, какая карта. Я эту карту еще не играл и даже не знаю, с чего начинать. Ну, с чего начинать? Нужно поставить капканчик. Я прокачал персонажа и взял некоторые плюшки. Плюшки интересные, подробностей, конечно же, не будет. Их слишком много, плюшек. А нам главное прислушиваться, когда ребята чинят. Так, у нас есть капканчик, и уже можно... Ух, я вижу жертву уже, друзья. Я вижу первую жертву. Повезло тебе. Влево, вправо. Долго стоять мы не будем, нужно двигаться дальше. И можно убежать направо, и можно... Тут скамейка у нас. Эх, жесть. Сидит, приседает, просто реально угорает. Мы обманем, конечно... Ох, тут был второй еще. Был второй, и... Кровь. Больше крови, больше жертвы. Иди сюда, иди сюда. Это, ох, попался прям сюда. Да, я тоже могу, конечно, делать такие плюшки. Тут слишком темно, друзья. Это я уже точно заметил. Куда побежал? У нее есть аптечка. Аптечка, это хорошо. Не будет аптечки, конечно же. Потому что мы ее скоро поймаем, я чувствую. Так, убежал, походу, сюда. Эх, мы идем за тобой. Я иду за тобой, и, конечно, скоро я тебя настигну. Куда она пропала? Походу, резко налево пала. Он побежал куда? Налево и убегает прям туда. Вон, я вижу. Пробежалась. Под шумок она... А можно поставить прям сюда капканчик, друзья? Быстренько ставим капканчик, и сейчас мы это дело обойдем. Если, конечно, нас не заметила. Эх, иди сюда. Походу, все-таки, друзья, она убежала. Хорошо, забираем капканчик другой. А тут, походу, есть плюшка для выживших. Это, конечно, здорово. И мы, наверное, поставим вот здесь капканчик еще. Черт возьми. Буквально здесь была рядом с нами и уже убежала. Ох, нет, друзья, вот есть другой. Он реально сидел в кустах и даже не видно было. Черт возьми. Так, я вижу жертву. Нет, я уже не вижу жертву. Жертва бывает... Резко поворачивается. Эх, нет, секундочку, я вижу свою жертву. Иди ко мне. Прямо возле плюшки стоит. Обойдем с другой стороны. Эх, жесть. У нее есть фонарик. Это, конечно, здорово. Она... Походу, хилится. Сейчас быстренько добежим. Иди сюда. Ну-ка, разберемся. С препятствиями. А так-то не ожидала, да? Не тут-то было. Так, 4 генератора. 4 генератора осталось. Иди сюда, моя хорошая. Мы найдем ближайший крючок и, конечно, тебя насадим на него. Мне нужен ближайший крючок. Где он находится? Черт возьми, как слишком... О, есть рядом. Это крюк? Это точно крюк. Сейчас проверим. Сейчас проверим, насколько он будет эффективен. О, кричи громче, чтоб тебя услышали. Поставим здесь капканчик прямо у входа. Так, все ребята у нас целые. Все у нас здоровые. И, кажется, я видел позади. Или просто показалось. Нет, показалось. Так, заберем капканчик. Этот капкан мы заберем и вернемся обратно. Потому что есть трое выживших, которые пытаться будут ее освободить. Можно поставить еще сюда капкан. А вот и генератор, который запустили. Конечно, здорово. И они пытаются запустить остальные. А я пока что пытаюсь найти их. Ждем, ждем жертву, пока она стухнет. Как звучит-то? Куда ж вы подевались? Ребята, помогайте своим. Так, я слышал шум. Он, походу, был неподалеку. Так, есть даже на втором этаже у нас генератор. Это, конечно, здорово. Тебя, походу, не спасут. У нас снова какие-то недружелюбные ребята. Ох, починили еще один. Осталось всего лишь 2 генератора. Обалдеть. Это полная жопа. Я чувствую уже реально. Нужно бежать другим генератором и спасать, походу, их уже.
Так, я вижу один генератор, второй. Осталось три. Не, по идее, должно быть четыре генератора, которые... Ну, походу, оно уже не жилец, и нужно бежать к остальным. Есть на втором этаже. Стоит это дело, конечно, проверить. Был какой-то шум, и я вижу, есть движение. Они освободили и уже убегают. Ушел буквально на долю секунду. Ах ты жесть. Там есть капканчик, надеюсь, ты попадешь на капкан. Что ж вы задумали? Они реально какие-то дерзкие ребята. Ну, я пойду с другой стороны, но я обману. Оп, не тут-то было. Меня, видимо, не обманули. А и тут я уже. Она жива еще. Она реально жива и убегает уже куда-то. И я все-таки обманул жертву. Но насколько эффективно, мы сейчас это узнаем. Иди сюда. Я не вижу. Я не вижу свою жертву. Нет, вижу жертву. Я вижу свою жертву. Мы пока что еще ни одного не поймали. Куда? Куда убежала? Генератор. Тут был генератор. И я не вижу свою жертву. Походу все-таки убежала. Да, музыка пропала, значит, убежала. Тут у нас есть, по идее, генератор, и можно его проверить. Осталось всего лишь два генератора. Этот даже и не пытались починить. Да, черт возьми, всего лишь один раненый выживших. Ребята реально профи. Я всего лишь начинающий, на капкан на мой все-таки попали. Да, бежим, освободилась. Там я слышу шум, там есть шум, а тут есть гам. Прям как Форест Гам. Беги, Форест, я тебя догоню. Тебе повезло. Не тут-то было. Оп, о, никуда не денешься. Мне кажется, эту красотку я уже поймал раз третий. И нужно, конечно, уже пора ее казнить. Пора ее казнить день поближе. А может спуститься даже и в свой подвал. Слушайте, как-то слишком далеко мои крючки находятся. А вот есть крючок. Сейчас мы тебя насадим. Ох, чувствую я, это будет больно. Прям возле лампочки красотища будет. Повеси чуток. Все, друзья, она мертвая, потому что... Слишком мало были жизни. Я уже ее насаживал, и походу я вижу жертву. Да, вижу жертву, она убегала в правую сторону. Вон, вижу, это походу Бил. Это Бил, осталось всего лишь два генератора. И жертва, конечно, уже... Бил, ты куда делся? А у нас генератора тут нет, так что я даже не знаю. Секундочку, у нас тут есть ящик какой-то. Ну-ка проверим. Ку-ку, тут никого у нас нету. Осталось два генератора и три жертвы. Расклад, конечно, не из лучших. Так, ну что, где у нас находится генератор, нужно бежать к ним и, конечно, держать их. Так, тут у нас есть, у меня, по идее, есть один капканчик. И, походу, можно повредить. Так, чудесно. Так, есть генератор вон там и вон там есть. Это, походу, в доме. Пойдем-ка в дом зайдем. Это даже не пытались починить. Так, и остался еще вон там, походу, есть. Так, секундочку, по идее, я должен быть еще один. О, красотка, иди сюда. Ох, да, это больно. Побежала дальше, мы, конечно, прям за ней. Оп, еще разок не получилось. Чертов с два, как же так? Ничего страшного, мы ее догоним. Буквально чуток осталось, и она уже готова. Осталось два генератора и осталось две жертвы. Берем ее за хапку и тащим на крючок. Надеюсь, он тут будет неподалеку. А вот есть поблизости. Прямо вот сюда, красоте. Давай же, насадись. О, да, кричи громче, чтоб все услышали. У меня аж мурашки по телу от твоих криков. Так, ну что, проверим генератор. У нас, по идее, есть вот генератор, который пытались починить. А это био у нас. У нас, по идее, есть еще один выживший, который будет стопудово помогать своим же. А мы поставим, наверное, здесь ловушку. Прямо вот сюда, друзья. А, можно поставить? Да, можно поставить. Тут видно его. У нас есть ускорение ловушек, но как-то не очень ускоряется. А Бил прям там бегает. Возле генератора. И он пытается починить, походу, его. Так, вернемся обратно. Так, по идее, он остался один всего лишь. Да, Бил остался один. И расклад, конечно, не его в пользу. Потому что, если помрет этот персонаж, я чувствую, будет боль. Она, походу, сопротивляется, друзья. Да, она сопротивлялась, и поэтому она умерла гораздо быстрее. Бил, я иду за тобой, потому что ты последний остался. Нет, друзья, еще два уже осталось. Точно, еще двое осталось. Я уж обрадовался, подумал, что остался один. Нет, еще двое остались. Так, можно поставить здесь ловушку. Они все пытаются починить. Ну-ка, секундочку, мы, наверное, зайдем в домик. И быстренько выйдем из него. Ох, да, практически починили.
Это дело, конечно, мы уничтожим. Поставим здесь ловушку. Два генератора они точно должны починить. Так, секундочку, есть шум. Где-то был неподалеку, был шум. Как же здесь темно. Так, есть еще третий генератор, находится прямо вон там. Секундочку, там, походу, тоже есть генератор. Я не вижу его на карте. Его там нету. Хорошо, пробежимся сюда и возьмем, ну, там есть капканчик. А хотел... Стоит вернуться в домик. Потому что точно пытается дочинить, а там буквально осталось чуток. Тут у нас есть капкан, это, конечно, хорошо, это здорово. Тут нас еще даже не пытается починить. Вон есть еще на втором этаже, вот в чем засада. Есть, да, 4, я помню, должно было 4 быть. Так, секундочку, второй этаж? Да, второй этаж, тут тихо у нас, слишком тихо. Куда ж вы подевались-то все? Попался в капкан, прям в доме, я бегу к нему уже. Нет, походу, мы просто освободим. На второй этаж. Второй этаж мы сейчас быстренько проверим. У нас даже сколько тут проходов на второй этаж. Обалдеть. Может выйти даже и на улицу посмотреть. Но здесь я никого не вижу. Но там осталось буквально чуток, это точно. Так, хорошо, мы устроим еще один капкан. Это нам не право. Секундочку. Тук-тук, есть кто-нибудь? Нет никого. Черт возьми. Так, слишком долго на одном месте. Это, конечно, нехорошо. Нужно двигаться дальше. Тут у нас тихо. Так, есть шум, и, походу, в капкан попался. Мы бежим туда. Капкан сработал, но я никого не вижу. Так, хорошо, вернемся обратно в дом. Там осталось буквально чуток, и останется один генератор. Это, конечно, не в мою пользу. Тут у нас все тихо. Они находятся буквально рядом, и очень удобно. Так, можно повредить? Да, можно повредить. Это дело. Чтобы побольше они чинили. И поставить другой капкан. Где-нибудь вот тут установим, прямо у входа. Давай, давай, натягивай быстрее. Ух ты, да. Будет... Это дело мы заберем. И можно прям вот сюда еще поставить. Интересно, а можно поставить два капкана? Сейчас проверим. Слишком долго на одном месте. Нужно двигаться дальше. Мы поставили два капкана. И можно отсюда смело уходить, друзья. Я чувствую, будет там много боли. О, пытается починить здесь. Здесь у нас было тихо. Но теперь не так уж и тихо здесь. Мы, конечно, дело повредим. Так, кстати, один уже раненый. Это, конечно, здорово. Мы уходим в дом. Да, есть 4 генератора. И осталось починить им всего лишь 2. Это где шум был? Так, нужно быть осторожным. Потому что я могу встать на капкан тоже. И потерять, конечно, преимущество. Здесь точно где-то сидит в кустах и пытается починить. Нет, не пытается починить. Прям за углом. Нет никого. Пойдем, наверное, на улицу выйдем. Они точно где-то поблизости. Я чувствую своим чутьем. Так, это у нас тихо. Этот тихо даже не пытается. А нет, вижу жертву. Я вижу жертву. Это Билл. Это у нас Билл. И, конечно, он раненый. Билл, иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Я тебе не причиню боль. Я просто тебя посажу на крючок. Надеюсь, там не будет никаких плюшек. Вот таких плюшек я боялся. Давай, быстрее. Бежим за Биллом. Он, походу, повернул налево. И зашел. Вон вниз ушел. Там уже плюшки были. Там плюшки были, там уже шум был. Я не вижу Билла. А тут сколько ящиков, обалдеть. Что это за место? Нужно возвращаться, конечно, побыстрее обратно. Как же повезло Биллу. Одна плюшка, и его просто спасло. А где был шум, я даже и не слышал, и не понял. Так, вернемся сюда. Капкан уничтожены. Где-то сверху был? Был сверху шум. Заберем капкан. Слушай, пытается реально починить? Ну-ка, секундочку, мы это дело сейчас попортим здесь. Попортим здесь, наверное, чуть выше. Чуть выше поставим капкан. А он был где-то сверху, походу, спрыгнул. Ах, вот ты, жертва моя! Их тут двое! Ох, прям в полете! Обалдеть! Красотень! Это какой-то новенький. Ну-ка, иди сюда, я тебя еще ни разу не видел. Не видел и сразу готов тебя истребить. Он останется один, и, конечно, их были двое там. Они просто реально парочка была. Парочку мы, конечно, насадим на крючок. Кричи громче. Ого, что это такое было-то? Я ранил одного, не знаю. Ранил? Нет, они убегают оба.
Они оба ранены. Мы бежим прямо за ними. Он повернет направо. Нет, там была плюшка, но он не повернул. Капканов у меня здесь нет. Конечно, плохо. А я иду прямо за тобой. И ты уже, походу, покойник уже, мой друг. Оп, готов. Два генератора, и они играют, походу, сообща. Ну-ка, иди сюда. Потому что слишком быстро они сняли друг друга. Так, ну что, ох, как далеко бежать-то придется. Ну, побежали. Надеюсь, ты у меня не вырвешься из моих... давай, давай. Где? Здесь был капкан. А, он просто уничтожен уже. Хорошо, добежим до другого. Надеюсь, где-нибудь поблизости будет. Ах ты жесть, вот это я и боялся. Он вырвался, и с ним теперь все в порядке. Вот он убегает. Мы бежим, конечно, за ним. Вот он стоит. Черт возьми. И убегает прям в дом, походу. Мы бежим, конечно же, за ним. Надеюсь, он там в ловушке будет. В доме нет. Черт возьми. Куда он делся? Здесь ку-ку. Здесь никого у нас. Вернемся обратно, друзья. А у нас тут был капкан, кстати, но он, видимо, уже не рабочий. Это дело, конечно, мы уберем. Вернемся обратно. Там, потому что точно пытается починить. Плохи мои дела. Пока что не очень-то и хорошо, потому что я потерял много времени. Так, вернулись сюда. И что у нас тут? Нет, не пытается починить уже. Он уж ли не работает? По идее, должен гудеть. Где же находитесь вы? Я чувствую ваше дыхание, но я не могу вас найти. Так, у нас есть капканчик, и можно его поставить где-то вот сюда. Потому что тоже пытались починить, они реально уже не работают. Я их просто, видимо, я их уничтожу, и они со временем перестают работать. А это реально круто. Я охотник просто от рождения. Найдем всех, конечно, всех истреб... Так, это на втором этаже, походу. На второй этаж поднимемся и проверим. А хотя можно поставить капкан прям вот сюда. И тогда можно не переживать за это. Они заходят и сразу наступают на капкан. Ох ты да. Какой кровожадный. Хорошо, выходим, ищем остальных. Осталось всего лишь три генератора, и они оба нерабочих. Тут у нас тихо. У нас тихо, и можно как раз капканчик, если что, поставить прям сюда. И тоже быть спокойным за этот генератор. Только осталось два на улице, и все. Ребята, походу, снова у нас на втором этаже. Сейчас маленько прислушаемся и найдем жертву нашу. Походу, слишком активным. Бегаю по этим ловушкам, по этим генераторам. И поэтому ребята как-то сидят очень тихо. Кстати, можно вот это дело, конечно, убрать. Вот так уберем. Чтобы на будущее они нам не мешали. Куда же они делись-то? Так, у нас там есть? У нас там генераторов, по идее, уже нету. У нас там есть капканчики, по идее, и можно, конечно, сбегать их забрать. Вот есть капканчик. Чудесно. Тут у нас генератор, и там капкан. Ну, вернемся обратно. Все-таки должны где-то они быть поблизости. Их двое, и они оба живы. И здоровы. Зайдем, наверное, на второй этаж. Они точно находятся там. И тут у нас никого нету. Вон, я видел кого-то. Ребята никуда не убегут. Они бегут вокруг дома, я чувствую. А я побегу им... О, секундочку, нужно дело, конечно же, уничтожить. Побежали вокруг дома. Сейчас мы их настигнем. Я чувствую. Вот они, друзья. Как я и чувствовал. Иди сюда. Обалдеть, я маньяк прирожденный. Куда он бежал? Опять вокруг кустов, что ли? Нет, не вижу. Музыка играет, где-то поблизости точно есть. Я слышу ее крики, слушайте. Только прислушайтесь, вот она. Черт, я уже реально пытался уже уничтожить ее. Как же вам везет. Куда она убежала, в какую степь. Обалдеть. Ну хорошо, пускай бежит. Мы это дело, конечно, отсюда уберем. И вернемся тому генератору. И посмотрим, пытается его снова починить, либо нет. И поставим там как раз ловушку. Ку-ку, я тут-то. Тут никого нету. И не пытается починить. Но мы поставим ловушку сюда. Слушайте, мне интересно. Это все нравится больше и больше. Наша битва затянулась на многие часы. Либо просто минуты. Я слышу только пение мух. Ну-ка сюда. Ку-ку, есть кто-нибудь здесь? Никого у нас. Вернемся с другим генератором, потому что у нас есть другие. И, конечно, нужно их проверить. Тут у нас тихо.
капканов у нас нету, мы пробежимся вот сюда. Здесь тоже тихо, друзья. Пробежим мимо и, наверное, подождем вон туда. Точно пойдут туда. Есть движение! Да, есть движение. И побежал куда-то прям в угол. Ох, май гад. Я не завидую вам, потому что я бегу за вами. Прям ко мне в лапы. Это больно. Ну, беги куда-нибудь. Там нет ловушки, потому что я ее уничтожил. И куда она? Вот, набежал. Она бежала в другую степь. Мы, конечно, бежим за ней. И скоро ты попадешь на крючок, я чувствую. Тут тоже нет ловушек, потому что я их всех уничтожил. Ох! Вот, моя хорошая. Иди сюда. Останется всего лишь один. И, конечно, мы его казним просто по-жесткому. Вот он. Вот он, крюк твоей смерти. Это твоя смерть. Надеюсь, ты не будешь вырываться, свин. Сейчас, секундочку, буквально секундочку подожди, и я насажу тебя на него. Это не больно. Это очень громко. О, кричи громче. Потому что я насадил тебя на крюк, и я поставлю сюда ловушку. Ох, вот мой друг последний остался, иди сюда. Иди, моя голубушка, ко мне. Походу, ранил его. Стоит и смотрит на свою смерть. Могу перепрыгнуть, друзья? Мой друг, я реально могу перепрыгнуть. Я даже не знал, что можно было перепрыгнуть. Я увидел только сейчас. Он остался последний. Если не вырвется, значит, им всем хана. Им всем хана. Давай, перепрыгнем. Вот он ползет. Перепрыгивай, и мы его казним. Ох, май гад. Ей осталось буквально чуток. Он ползет уже, и ему никуда. И остался последний. Слушайте, обалдеть. Раунд просто обалденно нравится. Мне понравилась карта, мне понравился этот раунд. И, походу, уже скоро будет завершение. Только я не вижу крюка поблизости. Вот есть крюк. Чувак, не вырывайся. Дольше проживешь, я чувствую. Нет, конечно, буду вырываться, потому что нету. Да, буду вырываться, потому что у него нету просто других вариантов. Он бежит. Он бежит, походу, своей подруги, которая сидит на крючке. Чувак, ты тоже будешь на крючке, я чувствую. Он перепрыгнул. Мы пройдем. Черт возьми. Ну что, она погибла, и чувак не успеет. Да, ты не успел, ты находишься прямо вот тут. Какого черта? Вот налево побежал. Налево, конечно, побежал. Иди сюда. Оп, мимо. Оп, мимо снова. Куда ж ты денешься от меня? Он взаперти. Как же можно пробежать по-быстрому? Да никак. Он ушел слишком далеко. Эх, было не было. Пробежим сюда. Он убегает от нас. Он убегает от нас. Пытается убежать. Он пытается убежать. Мы, конечно же, на перерез. Он спрыгнул, друзья, и он убежал. Какого черта он убежал? Потому что остался последний выживший. Такие правила в игре. Ну что поделать, был интересный раунд. Практически всех поймали. Если вам все понравилось, конечно, друзья, смотрите дальше. Ну а с вами был Спикер, я с вами прощаюсь. До новых встреч, всем пока.